Доброго дня, Бамбарбі Евокація, і з вами Тамара Антропова. Я рада привітати нашого гостя. Це персональний тренер максимального досягнення Герман Дель. Германе, вітаю вас. Здравствуйте, здравствуйте. Сьогодні у нас буде дуже цікава тема, ну, принаймні, для мене вона дуже цікава. Це постановка цілей і наслідки цих постановок цілей. Ми потім розглянемо. Але перше, найголовніше питання, яке мене дуже цікавить, як правильно ставити цілі і як їх досягати. Тому що я ніколи не знала, що там я вам казала, коли що там 2 роки тому я не знала, що це таке ставити цілі, планувати. Для мене це поняття, можна сказати, ще нове. Знаєте, з цим примерно, ну, метафорично, но это примерно как с счастливым браком. Главное найти нужного человека. А оставшееся уже как-то в целом сложится. А вот если человек не тот, то тогда сложно. Можно стараться, можно выбиваться из сил, что-то будет получаться, но в целом не то и не так. И вот с целями примерно похожая штука. Тут же понимаете, что важно сейчас? На нас обрушился шквал информации. Еще в 50-е годы прошлого века человечество было перегружено газетами, появилось телевидение, кино. Это уже смело буквально как ураган общее воззрение, ориентиры, а потом все больше. А сейчас интернет, сейчас потоки максимально подогнанные под потребление, тот же ТикТок, коротенькие видео, не надо напрягаться, причем они меняются, кормят нас дофамином, и мы на какую-то вообще непонятную, абсолютную ерунду тратим время, энергию, усталость и так далее. То бишь, в чем колоссальная проблема? Что ориентиры внутренние, они находятся под таким внешним влиянием, что внутренние наши истинные, так сказать, желания, потребности, они за всем за этим теряются, потому что надо же выглядеть, надо же быть успешным таким Робинсом, например. Надо быть красивой, вот с утра непрерывно спать накрашенной, еще что-то идеальное ведь в Инстаграме и так далее. Надо отдыхать, нужна счастливая семья, все такие голубки, ангелочки, как на фоточках, которые мы видим. То есть на нас обрушивается снаружи нечто, что мы готовы считать реальностью, но при этом реальностью не является. Представьте себе, что вокруг бы на нас лилась информация о людях, которые летают свободно, не ходят на работу, а еду готовую, вкусную приносят им на дом, и одежду красивую, винт-пошив и еще что-то такое. Мы бы безумно страдали от того, что у нас такого нет, и чувствовали себя лохом, да, лошицей, да, просто неудачницей и так далее. Но с нами происходит подобная штука. Например, те же счастливые семьи, как правило, когда я смотрю, появился поток там в Инстаграме у кого-то, вся такая счастливая семья, все такие они голубочки, я готов делать ставки, и действительно, что они близки к разводу, что там все плохо. Це ви готові, а деякі дівчата подивляться і скажуть, ти поганий чоловік у мене, у нас погана сім'я, і я хочу, як у цієї Катьки з Інстаграму. Точно. И представляете, тут мы ставим себе вот такие вот цели, и что в результате? В результате моего разбитого корыта. В результате приходят молодые люди с абсолютным выгоранием, депрессией, там, иногда с начинающимся или уже готовым алкоголизмом, потому что они решили быть успешными, как тут вокруг из Фейсбуков, Линкединов, Инстаграмов прошли там тренинг, а у них не получается, приходится тяжело работать, сложности и так далее. Они сделали все, как делал Стив Джобс, ну, как написано, 7 шагов Стива Джобса, но новый Apple не появился. Поэтому первое, что чрезвычайно важно, для начала прислушаться к себе, к черту какие-то глобальности, там, к черту миллиарды, или там, не знаю, там, выиграть конкурсы красоты, сняться в каком-то супер-супер фильме. И дорога в 1000 миль, она начинается с одного шага. И поэтому нам важно посмотреть, а какие шаги вот сейчас поведут нас в правильном направлении. То есть огромные цели, они очень часто сбивают. А интуитивно то, что мы чувствуем про себя в ближайшей перспективе, оно нам
показывает мое, не мое. И тут важно вот слушать себя. Это тоже навык. Это тоже сейчас непросто, но вы же не задали простых вопросов. Так. И простых ответов нет. То есть есть простые ответы, но они неправильные. Простых ответов много, про это книжки, тренинги, и это очень слабо работает. И первое — понять, чего точно нужно мне. И у человека иногда есть своего рода призвание, это та деятельность, на которую он, скажем так, внутренне обречен. Пример — писательская болезнь. Человек либо пишет, так, и тогда чувствует себя или хорошо, или более-менее, но когда не делает этого, он страдает. Ученые. У меня есть знакомые, они работают вообще не за деньги. У них есть невероятное внутреннее любопытство и потребность узнавать, как устроен этот мир. Они нашли себя в этом. Если бы они не могли этого делать, у них бы этого не было. И тому подобные вещи. И вот важно прислушаться к себе на первых шагах, к чему меня влечет, попробовать поставить минимальные цели, например. Решили вы, ну не знаю, успешный успех, надо читать по 52 книги в году, по одной книге в неделю. Некоторые из моих знакомых пишут, что читают по 2-3 книги, я им не верю. Но решили, что надо. Вы хотите так развиваться, очень нужно. Но вы не ставите цель на год. Первое, на 4 недели, 4 книги, и при этом вы задумываетесь, какие, слушайте себя. Либо вы действительно от этого получаете и удовольствие, и вы растете, либо вы прочитали и думаете, и что, галочка стоит, и что, например, да. Или вы решили, к примеру, вот я хочу там отношения улучшить в семье и прочее, вот я теперь буду там бла-бла-бла что-то делать. И вы не ставите цель глобальную, что вот у меня будет там что-то супер-пупер, вы просто на вот эту неделю живете так, как считаете нужным жить для достижения этой цели. И внимательно слушайте себя. А желательно еще и своего партнера. Как он вынес вот эту любовь и заботу. Если все пошло хорошо и классно, вы ставите галочку, наверное, это мое. То есть мы начинаем с малого. О великом очень классно мечтать, потому что оно далеко-далеко-далеко. И если я решил стать Нобелевским лауреатом, оно такое большое, поэтому если сегодня полежу на диване, ничего не изменится. Точно. Если я решила стать главной звездой в Каннах, все замечательно, но это же зависит от режиссера. Мы, актеры, такая зависимая профессия, поэтому сегодня пока потусуемся там в ночном клубе, к примеру. Если взять что-то менее такое объемное, все равно общий принцип сохраняется. Мы ставим глобальные цели, как правило, для того, чтобы их не достигать, но балдеть от того, что вот я планирую, я такой весь гордый. Я вот хочу стать чемпионом, зашибись, так плечи расправились, и так хорошо, что даже не надо и спортом-то заниматься. Я уже чувствую себя чемпионом. Вот это, мне кажется, один из очень важных подходов, потому что в этом вихре того, что нам со всех сторон рассказывают, какими мы должны быть, ведь это общество, которое называют обществом нарциссизма, это не общество самолюбования. Нам кажется, нарцисс – это тот, кто самолюбуется. Да ничего подобного. Это человек, который мучен таким внутренним стыдом за то, что он такой или она такая неправильная, некрасивая, несоответствующая и прочее, что человек из кожи вон лезет, чтобы быть таким, как надо. Ну, во-первых, у него не очень получается, потому что он толком не знает, как надо, и разным нужно разное. А с другой стороны, на этом теряется самое главное. Человеку важно быть таким, какой он есть. Людина відчуває себе неідеальною. І я так розумію, що вона себе відчуває неідеальною з дитинства. І її мрія стати, мене дуже так дратує вислів, лучшою версією себе. І вона от хоче, планує стати успішною, успіх, кращою версією себе. То можна сміливо називати, що це чума 21-го віку, це століття нарцистична травма. Можна сказати і так, но когда человек чувствует себя неидеальным, это прекрасно, он адекватен. В общем-то, идеала нету. Идеал по определению — это нечто несуществующее. И когда я чувствую себя неидеальной, и главное, мне с этим окей, нормально, то тогда все, в общем-то, более или менее нормально. А вот когда либо я чувствую себя идеалом, либо чувствую ужас, стыд, боль, вину за то, что я не идеален, не идеально, вот тогда, конечно, появляются колоссальные проблемы.
потому что мы мучаемся от того, что мы такие, какие мы есть. То есть, представляете, если бы кошка мучилась от того, что она хочет ловить мышей, что она рычит, видя птичек, что она хочет гулять весной, там молочко или еще что-то, да? Она бы мучилась от кошачьей природы и полагала, что ей надо зимой улетать в теплые края вместе с этими красивыми птицами, она бы начала махать лапами. Тобто для себе я роблю таке, такий висновок, що спершу треба навчитися відчувати себе, що тобі найкраще, чого справді хочеш ти і з чим тобі комфортно. І ставити такі цілі там на тиждень, на два, на чотири тижні, конкретні цілі, а потім вже йти до великої мети. Чи велика мета, вона також має там десь бути? Она, да, это очень здорово, когда есть большая цель, просто очень важно, чтобы большая цель была ваша, но суть-то в том, что большую цель мы не очень можем попробовать на вкус обычно. Она от нас настолько далека, что мы посвящаем всю жизнь, да, это же известная метафора про то, что, в общем-то, это ужасно всю жизнь лезть на гору, чтобы, добравшись до вершины, понять, что это не та вершина. И чрезвычайно важно в начале любого путешествия, путешествия к себе, определиться, куда ты идешь. Это основа всего. И еще что очень важно, когда ты идешь к своей цели, ты получаешь энергию. Ага. Ты получаешь энергию и физическую, и эмоциональную. То есть это такая проверка, если у тебя есть энергия, если ты кайфуешь, то значит ты на правильном шляху. Так, і ось ми сказали про розчарування, але також є розчарування, коли ти не доходиш до цієї вершини гори, якщо вона навіть не твоя, це вершина. І бувають такі розчарування, і приклади є такі, коли це суїцид, суїцидальні випадки. Тобто людина настільки хотіла досягнути, і все, вона не досягнула, і вона вважає себе, що вона лузер повний, і їй немає сенсу жити. І точно також буває інша сторона, коли ти досягнув, і також, а на що мені це треба? Знаєте, Том, от що дуже важливо, ви коли сказали про суїцид, це може бути так серйозно, може менш серйозно, але тут же дуже важливий момент, що от цей чоловік, это, во-первых, общество, которое заставляет нас чувствовать себя неудачниками, но любая неудача, она тоже должна быть хорошо спланирована. И вот поставить, найти себе огромную цель жизни, посвятить свою жизнь этому, распорядок дня, воля, не расслабляться, двигаться, все или ничего, это лучший способ достичь цели стать неудачником. Я не знаю ни одного, хоть близко, по эффективности, по силе достойного способа почувствовать себя полным лузером, а дальше на выбор суицид, алкоголизм, бить семью, что там еще бывает там? Ну, в самом простом варианте может быть сбежать куда-нибудь на побережье, эскапизм, то есть сбежать от всего мира, от всех. Робити. От у мене таке питання. Можливо, і не треба ставити такої великої цілі, якщо ти там не впевнений, що ти доб'єшся, щоб не було цього розчарування. Як себе зберегти від цього розчарування? Да. Але ще є і відразу друге питання задаю вам. А чи не буде тоді, господи, відсутності прогресу, не знаю, як сказати, чи не буде це тоді деградація, коли не будуть люди ставити собі якісь цілі і чогось досягати? Я думаю, что не будет, потому что тут же, опять же, баланс. Смотрите, это вообще вся идея с постановкой цели, это неплохо ставить цели. Но важно понимать, что вот эта вся чума с постановкой цели, она появилась, дай бог памяти, это был уже 21 век, это уже 2000-е годы. То есть в 90-х этим толком не заморачивались, то есть не было еще того поверья. Там было, да, про эффективность, да, было контроль времени, но вот эта вот беда с огромной постановкой цели, она, это новое последнее веяние, когда расширились соцсети. И что важно для себя понимать, что цели, они же, смотрите, ставить себе цели. Чувствуете, что-то внешнее. Ты что-то берешь, принесла себе и поставила. Поставить себе. Это напоминает наколоть губы, удлинить ресницы,
что-то там себе еще напротезировать, перекраситься и прочее, нарастить волосы. Ну так, почему? Я фізично відчуваю це, там поставить цель, как бы, и да. Все, там немає життя. А тут же очень важно для себя раскрыться, то есть дать возможность себе сделать то, чего я хочу, дать себе свободу быть собой, быть счастливой. И вот это очень важно, вот эта постановка целей, в ней очень много от того, чтобы оправдывать ожидания. Так. Многие со мной могут не согласиться внешне, и слава Богу, потому что внутри червячок-то есть, но я... Страшно уже вспомнить сколько, но я довольно много лет вел тренинги, индивидуальную работу по достижению цели. У меня набрался огромный материал по тому, как работают и не работают нормальные методики, и какие методики работают. Кстати, могу рассказать одну из простых, очень классных. Понимаете? Да. Поэтому очень важно открыть. Вот, например, если я вот выхожу перед камерой, да, вот к примеру, решил я стать ведущей, посмотрел на Томочку, боже, она такая красивая, она такая звезда, ее узнают на улице. Все, я хочу стать ведущей. Чего-то я там отучаюсь, прохожу кастинги, выхожу, и я умираю перед камерой от ужаса. Я чувствую себя уродиной, страшилой, я заикаюсь и думаю, что все не так, я не могу себя видеть. Когда на меня оборачиваются, я думаю, о, там все решили, что пошла та уродина, а на самом деле я хочу сидеть дома, вышивать крестиком, допустим, или быть ветеринаром, спасать животных. Но тогда меня никто не узнает. И вот тут важно вот услышать в первую очередь себя, и есть прекрасный способ, если это уместно, я могу в двух минутах рассказать. Это очень уместно и очень интересно. Это одна из технологий, ее разрабатывали там ребята из одной лаборатории по, в частности, достижению цели и, главное, по бессознательному, то есть вот глубина наша, да, вот душа. И тут смысл в том, чтобы, я ее сокращенно покажу, первое, определиться с тем, чего вы хотите, и со всех сторон проверить, насколько это ваше. Для того, чтобы это проверить со всех сторон, очень желательно в это погрузиться и представить, что все это произошло. Например, что бы мы такое себе взяли, как какую-то такую цель, которая близка была бы нашим зрителям, понятно? Ну, бизнес, открытие бизнеса, я думаю, может такие. Да, я тоже подумал про бизнес, два умных человека подумали про одно и то же. Да, точно, бизнес, открытие бизнеса. Да хватит работать на дядю сколько можно, надо на себя, вперед, к миллионам. Хорошо, и вы себе представляете, что у вас есть собственный бизнес. Но представляете во всевозможных деталях. В это надо погрузиться, желательно несколько часов, а я полагаю, несколько дней. То есть решила я открыть салон красоты или автомастерскую я, или интернет-магазин, все что угодно. Если представляю, вначале я сажусь и кайфую, я ничего не делаю. Я тут звезда. Так. А тут кто-то прибегает там. Вода протекла, соседи залили, налоги платить, письмо, наехали. Так. И я начинаю проживать, и когда я проживаю не только внешний лоск, но и сущность, тогда я начинаю понимать, хорошо мне в этом или нет. То есть готова я к этим вызовам, готова я взять за собой не только позитивную светлую сторону, но и темную сторону. И когда я проживаю, чувствую, да, да, это мое, да, это класс, я действительно счастлива, я буду и по субботам сидеть и что-то там себе прибирать в своем салоне красоты, чтобы было красиво. Я себе зарплату не доплачу, куплю еще один аппарат или приглашу звезду и так далее. Так, ну все. Это ваше. Я спокойно, я уже так один бизнес закрыла. Вот, я коли уявила, что я в отпуске и мне треба что-то вирішувати. Все, тоді нормально. Конечно, конечно. Вот, когда вы себе это представили, прожили, и это не ваше, это вообще супер. Вы сэкономили себе сколько лет нервов в жизни. Прекрасно. Но если это ваше, надо сделать два момента. Первое, вернитесь в настоящее. Опомнитесь, что вы не там еще. Что там можно быть, это совершенно реально, но вы сейчас здесь, в существующем своем положении, и важно описать. Допустим, я хочу там бизнес, у меня большой бизнес, несколько филиалов там, крутятся туда-сюда грузовики, а где я? А сейчас я сижу там, ну, со скромными запасами, у меня где-то осталось $5000, 10, например, да, своя легковая машина, моя квартира стоит, но стоит далеко, я далеко сейчас от квартиры.
например, да, и бизнес открывать мне в другой стране, а язык у меня так через пень-колоду, мягко говоря, знаю 100 слов, и не всегда это те слова, которые знают мое окружение. Я это когда себе представляю существующее, все. И вот в этот момент самое главное, лучше всего об этой цели забыть. Как? Вот в этот момент, да, как забыть? Да просто перестать ежедневно думать. Вы сделали главное, вы запустили внутренний механизм наведения на цель. Вы как лучник, вы выпускаете стрелу, и что дальше? Танцевать, скакать? Что вы не сделаете, когда стрела выпущена, она уже либо поразится, либо нет. И когда вы зарядили вот внутри себя на то, что это реально, это может, вы проложили внутренний путь, тогда вы вместо того, чтобы натужно пахать, а нам же надо пахать, правильно, нельзя же расслабляться, надо пахать, 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 и вместо этого вы вдруг по кайфу, вы смотрите сериал, стоп, мне же бизнес надо делать, так, чего надо, ага, язык освоить сейчас, так, язык надо выучить, 100 слов, 10 дней, по 10 слов, так, нет, ну его нафиг, столько времени нету, 100 слов за 2 дня. Ну я же не способна. Ну, надо, начинать. И вы вдруг автоматом эти слова запоминаете. Вам нужны связи, бизнес — это связи, вы не знаете языка. Ну, хрен знаю, хрен с ним, вы начинаете кайфовать, потому что вот эта цель ваша внутренняя, она запускает все ваши механизмы. И здесь уже быть неудачником практически невозможно. Я дуже вдячна вам за цей приклад зі стрілою, тому що... Ну, відразу тоді повне розуміння, що ну а сенс, ти що будеш бігти за цією стрілою, якось коригувати її, тільки будеш витрачати себе і більше нічого. Тобто, я зрозуміла для себе таке: не треба своє життя робити з нього тероризм. Не треба так не вводити в цей стан. Так, хорошо ви сказали. Так, це якийсь тероризм. Я маю сьогодні зробити так, і це постійний нерв. Але ще одне таке запитання. Буває так, що коли людина там закриває якісь свої там особисті питання, і вона нічого не робить, а починає робити і досягати свої цілі, ставити цілі лише коли кризовий стан у неї. Що це за таке явище? Ну, все нормально, все класно. І так живеш, потім бабах, щось трапилось, та ні, я ж маю там чогось досягнути. Це мотивує, а коли немає кризи, то не мотивує. Да, вот это тоже интересная штука, но это опять же, мы какая нормальная кошка, собака, любое животное будет бегать там строить жильё, когда ему не холодно, или охотиться, когда сыт. Это наша внутренняя человеческая природа. Во-первых, пока мы не действуем, пока не грянул гром, это просто значит, что у нас нету связи, не хватает связи со своими внутренними целями, ценностями, мы не считаем, что это реально и что мы можем этого достичь. Второе, честно говоря, это прекрасный пример, потому что в период кризиса мы тогда функционируем. Есть люди, которые в период кризиса вообще перестают функционировать, это еще гораздо хуже. Вот, у меня есть знакомые, просто я знаю, что есть случаи, я их видел, которые создают в своей жизни постоянный кризис для того, чтобы правильно функционировать. Но для этого надо создать себе мотивацию, потому что вот если вы хорошо функционируете во время кризиса, попробуйте представить себе, точнее не столько представить, а осознать, что у вас и сейчас кризис, что у вас есть какие-то большие цели, желания, задачи, возможности, но вы их не реализуете, вы далеко от них. Допустим, у вас нету 100 тысяч долларов, ну, к примеру, там, или миллиона, или 10 тысяч, не знаю, у каждого свои мерки того, что... Вот. Или у вас нет своего дома. Ну, нормально. А теперь представьте, что у вас был дом, а его разрушили. У вас было 100 тысяч, а у вас украли. Чувствуете разницу? И вот как раз дело в том, что мы, когда мы имели, для нас это стало реальностью, когда мы потеряли, мы переживаем. Но если у нас нет связи с реальностью того, что моя мечта, она может быть, я действительно это могу, тогда мы не очень сильно от этого страдаем, переживаем. Если мы вдруг понимаем, что я могу, я не знаю, там, жить в своем доме в хорошем месте просто, да, там, где мне хорошо. Иметь какую-то сумму денег, хотя я не считаю это главной целью. Что-то там с семьей, да, или реализоваться профессионально, занять какую-то должность, руководящую, общественное признание и тому подобное. И когда я вдруг понимаю, что это я абсолютно точно могу, путь туда есть, но я еще не там, то тогда у нас действительно проявляется мотивация.
Проблема в том, что вот этот вот внешний нарциссический опять поток того, как надо, вокруг там кто-то с мороженым, mm-hmm. кто-то на пляже, кто-то фотографируется возле машины, хрен с ним, что чужой, зато красиво, да. Кто-то изображает улыбку успешного, пишет, как заработал очередной mm-hmm. миллион, после этого идет, думает, господи, как рассчитаться с кредиторами и так далее, и так далее, и так далее. То есть, опять же, мы возвращаемся к себе, и тогда все гораздо проще, потому что очень здорово, когда мы понимаем, чувствуем себя не идеальными и понимаем, что мы не идеал, и нам с этим окей, когда мы понимаем, что я – это я, а не Анджелина Джоли, Брэд Питт, там, Владимир Зеленский, Борис Джонсон, да кто бы то ни было популярных людей, а я есть я, и вдруг мы кайфуем, что вот это же я, и я чувствую себя и живу свою жизнь. Я как раз тот человек, о котором я, в общем-то, должен и прежде всего позаботиться, вот, и кого я в первую очередь могу и должен, должна сделать счастливым и вокруг меня. Вот это здорово. Повністю погоджуюся. Я просто згадую там свої кризові моменти, і як мені треба була велика сума грошей, непідйомна для мене. Але я навіть про це не замислювалася. Вони просто прийшли, тому що мені треба було там допомагати мамі. Вона була в лікарні. І я згадую, які у мене були суми ці гроші кожного дня. Я не знаю, як я це зробила, але енергії в мене було, якась внутрішня мотивація мене прям несло в той момент. То треба собі тоді створювати цю мотивацію і створювати такі штучні кризові моменти, якщо... Позвольте, я доповню, не стільки створювати, а розчищати. Ага. От цю мотивацію, її, по суті, навіть не треба створювати, вона є. Но доступ к ней закрыт. Это, знаете, как простереть стекло. Это как надо просто вот отряхнуться. Знаете, как вот женщина не хватает вот одежды какой-то, нечего надеть. Заглянешь в шкаф, господи, да там, собственно, все есть, и даже больше. Так. Это, как красиво, я забыла. Тоже с мотивацией, вот это очень важно. У нас уже очень-очень много есть. Важно расчистить, и все есть, все будет. Это как будто бы мы хотели бы поесть, нам не хватает пищи, мы голодаем, но у нас есть запасы огромные. Как будто нам не хватает денег, но вдруг покопаться, и вдруг мы находим номера счетов, пароли, а там столько всякого. Також з мотивацією страшно. Єрмане, я вам дуже дякую за нашу розмову. Ви знову мене надихнули. Насправді дуже приємна і корисна розмова. Дякую вам. Спасибо большое вам за таку інтересну тему і за атмосферу. Дякую. Всього доброго.